Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. А вот и моя мадмуазель. Ё-моё. Привет. Привет. Присаживайся, привет. Помочь тебе как-то, да, что-то? Да, что да. Сделать надо? Сумочка дамская. Сумочка готов. Так. Какая ты стройняшка. Спасибо, ты дорогой. Такая прям, как тебя зовут, так ты и выглядишь, Роза. Прямо так. Просто замечательно. Ну давай, здравствуй, наконец-то вживую познакомились. Привет. Очень. Привет, давай, дорогой. Вот, чтобы не мешало тебе, как-то может быть. Вот так, сюда положу. Нет, вот так. Да, положу. Да, нет, все, нет. Все для вот тебя. Вот себе сюда положу. Все для тебя. Да. Окошечко можно приоткрыть? А зачем? Ну, слегка. А давай кондиционер лучше включу. Давай, а там шумно будет. Давай и... кондинчик. Да, давай. Угу. Так, ну рассказывай, как-то у тебя настроение. Хорошо. Ой. Выглядишь очень. Ой, спасибо большое, да. Это тоже. Да, да, стараемся. Гимнастика, значит, гимнастика и отруби. Врачи рекомендуют, да, чистит, значит, все, что можно очистить. Татуировочки настоящие у тебя? Да, можешь это сама пробовать снять, не снимаются они, видишь? Прелесть какая. Прелесть, да? Угу. Да, у меня они туда дальше уходят, но это уже, так скажем, следующий этап знакомства. Скажи, а вот чем ты на самом деле занимаешься? Обычная модельная работа. Обычная модельная, да, работа. Надо... Сижу, не двигаюсь? Да нет, наоборот, я двигаюсь, но меня уже это запарило, честно. На самом деле, это хождение по подиуму, эти фотографы, это съемки эти постоянные. Хочется что-то большего, конечно. Mm-hmm. Ну, может быть, я тебе каким-то образом смогу поспособствовать в этом плане. Да, у тебя есть какие-то связи? Ну, мало-мальски, да, пока, так скажем, бизнес процветал. Я хочу певицей быть. А ты... Может, какой-то продюсер есть знакомый? А ты можешь что-то спеть? Ну, могу. Ну, я, конечно, сейчас не подготовлена. Я понял, стесняшки, я понял. Да, понял. Да, хорошо. Я лучше, да, если ты с продюсером сведешь, буду тебе очень благодарна. Хорошо. Угу. А что у тебя, как я поняла, какой-то бизнес свой? Ты знаешь, да, у меня, ну, скажем так, бизнес есть-был. У меня розница магазинов с одеждой, но, к сожалению, пришлось немножко подужаться. Ага. Подужаться. Ага. И несколько магазинов закрыть и оставить только два. Перевести туда весь товар, потому что сейчас, ну, не очень сложная ситуация вообще, ага, да, вот с экономикой. Поэтому на данный момент я немного, так скажем, не в той форме материальной, в которой был еще год назад, к сожалению. В смысле? Ну, пришлось квартирку чуть поменьше себе, так скажем, квартирку чуть поменьше переехать в однокомнатную, снимаю вот однокомнатную квартиру. Машинку вот в кредит взял. О, Господи. Ну, вот как-то так, да, получается сейчас, что не получается по-гусарски деньги направо, знаешь, бабки сыпятся с небес, тебе нравится, помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Ну, пока нет, но ты не переживай, все может еще... То есть ты будешь Тимати, да, еще? Я возможно. Еще, возможно, могу стать Тимати, это правда. Да? Да. Ну, то есть, с темной бородой и роликсами на запястье. Через так... Что, два года? Несколько лет, да. Ну, как... А ты знаешь, ну, не все же от нас зависит. Ты же понимаешь, какая сейчас ситуация в стране. Все очень... Ну, да. Все очень непредсказуемо, понимаешь? Мы все буксуем в этих вот моментах и не понимаем, что и как. Ты не в общаге, надеюсь, живешь? Слушай, комната, да? Однокомнатная квартира, но она студия. Студия. Ну, мне одному чего, куда? Студия, где кухня, знаешь, туалет, ванна, да, и все, ну, в одном месте. Да, ну, как бы студии тоже бывают разные. Нет, у меня маленькая студия, 22 метра. ЖК или как? Нет, ты знаешь, вот в центре города, когда из коммуналок выкупают коммуналку, пилят из них, делают какой-то такой более-менее свежий ремонт, пилят комнатушки такие, встраивают туда туалет, и получается, ну, как гостиница, маленькая, маленький номер в гостинице, в мотеле, маленький номер в мотеле, вот такая вот у меня, не очень большая. Но это временно, да? Это же ненадолго. Я так планирую, что да. Все-таки я планирую, что это, ну, может быть, там, ну, не знаю, ну, максимум лет 5.
Да, 5 прямо? Ну, максимум. Ну, судя по тому, что сейчас происходит, максимум лет 5 это все займет. Машинку тоже планирую поменять, когда кредит отдам. Она у меня на 7 лет. А у тебя кредит. И кредит еще? Ну, вот на машину, я же сказал, машину кредит за 7 лет. На 7 лет. Ну, ты не переживай, как бы, на жизнь, на обычную, деньги есть. Ну, вот на обычную. А как бы ты... Ну, в ресторан, если хочешь, мы можем сходить там, не в дорогой только какой-нибудь. В смысле, дешевая закусочная? Ну, как, я не знаю. Как что такое дешевая закусочная? KFC, Burger King. Ты ешь такие вещи? Ну, я на самом деле сегодня, если так честно сказать, так. Я нормально. Нормально поела. Что? Нормально поела? Да. Я, в общем-то, не голодненькая. Ага. Да. То есть тебе не... Я на самом деле тороплюсь. А уже и торопишься? У нас же свидание. Как ну, как бы свидание, оно все-таки... Что, идет? Время идет? Ну да, как бы... Первое же свидание, не последнее. У нас же не последнее свидание с тобой, верно? Мы же еще встретимся. Ну, наверное, да. Как будет у тебя желание? Просто у меня желание сейчас есть общаться, но у тебя, видимо, не особо, да? Нет, я просто у меня планы еще. Я вот сейчас только вспомнила. Мне еще в одно место надо заехать. А, я понял. Ну, хорошо. Ты не обидишься? Я... Да нет, а что, что какие что-то обиды? Это обид тут никаких нет. Я понимаю, что я, может быть, не вполне отвечаю твоим запросам. Ну, ты знаешь, если честно, конечно. Угу. Может, все-таки передумаешь? Я немножко просто мужчина другого уровня еще. А что с моим уровнем не так? Ну, не то чтобы я как бы хотела конкретное содержание, но... Так. В общем-то... Угу. Ну, не подхожу тебе, да, по каким-то параметрам? Не хотелось бы, да, все-таки вот эти все вещи. Мне просто объяснили единственную вещь жизни. Маш, от мужиков нужно отходить. Я привыкла как-то. Квартира хорошая. Как-то, чтобы мужчина подарки дарил. Ну, я могу. Ухаживал красиво. Ну, я могу делать подарки, но просто не очень дорогие. Что могу же делать? Ну, ты же не сможешь подарить, например, там, колечко с бриллиантом. Нет, не смогу пока. Но все течет, все меняется, понимаешь? Может быть, ты отменишь свою встречу, нет? Да нет, меня там ждут, и что ты? Ну и что тебе? Сумочку давать? Ну да, дай, пожалуйста, мне. Очень жаль, что так все произошло на самом деле. Господи, да ничего страшного. Ты найдешь себе еще женщину. А ты найдешь себе мужчину? Ну, я надеюсь. Угу. Ну окей, ладно, ладно. Тогда пока. Ну, найди себе женщину. Хорошо. Попроще. Хорошо. 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 Не обижайся. Я не обижаюсь, нет, все нормально. Я мужик, я выдержу, все хорошо. Ну ты, хорошо. Ты классный, правда. Я понял, не вопрос. Хорошо. Давай пока, Роза. Имя у тебя красивое. Давай, счастливо. Выходи. Че? А то опоздаешь. Давай, пока. Подожди-ка, есть мысль еще одна. Закрой, пожалуйста, что на секундочку. Случилось? Ну, закрой, закрой на секунду. Есть... Не выйти спокойно? Нет, ну закрой на секундочку, есть мысль еще одна. Смотри, я тут подумал, есть у меня все-таки какой-то потенциал в загашнике. Смотри. Что это такое? Ну, ты мне скажи, что это такое. Как ты думаешь, что это такое? Новенький, хрустящий, с Бенджамином Франклином на... Что это? Ну, скажи, говори, что это, господи. Бабосы это. Ну, какие? Иностранные, да? Ну, доллары. Доллары, да. Вот здесь вот 2000 долларов. Откуда ты? Значит, ты богатый? Тихо, подожди, 2000 долларов. Вот смотри, я их кладу сюда, да? А, не буду ходить вокруг да около. Предлагаю тебе поехать со мной в Рестик при отеле, потом в отель. Отель Four Seasons. Здесь недалеко на Гороховой, там по Гороховой поедем. А, и 2000 долларов твои тебе, на твои всякие женские премудрости какие ты захочешь. Хочешь сумочку себе купишь, Louis Vuitton, хочешь платье от Dolce & Gabbana, все что хочешь. Вот 2000 долларов, они твои, если ты согласишься, можешь их забрать себе. Ну, это честно все, да? Доллары честные, и честно все, вот можешь взять в руки, посмотреть, ну, пожалуйста, конечно. Смотри.
Да, посмотри, что они все настоящие. Офигеть. Офигеть не то слово. Офигеть, они настоящие. Да. Ну, я, в принципе, так и думала, что ты богатый, на самом деле. Ну, ты убирай их, убирай. Что ты, да. Может, так, не знаю, проверял, что ли, меня? Да? Ну, может быть, да, видишь, у меня свой. Я так и поняла, что ты обеспеченный человек, сразу же видно. А как ты поняла? Как по мне это стало видно? По подаче. По подаче? То есть уверенно себя чувствую? Да, ты очень уверенный. Хорошо. Для нищеброда-то. Хорошо. Извини, пожалуйста. Ничего страшного, ты убирай, чтобы не помять. Едем или что? Скажи мне, пожалуйста, чтобы не простаивать, время не тратить. Сумочку убирай, денежку. Много, конечно. Много, да, они $2000. Многовато, да. Блин, для первого раза. Что скажешь-то? Ну, поехали. Я смотрю, глаза горят, поехали? Не, ну, конечно, но я поняла, что ты как бы обеспеченный мужчина. В финансовой форме, да? Ну, как сказать, ты там на меня не повесишь ни ипотеку, ни кредит, как многие делают, знаешь? Ай, да, хулиганы они все, конечно. Да, согласен. Ну, окей. Слушай, ты знаешь, я вот тут остановочку сделаю, да? Ага. А, ты можешь мне на секундочку конвертик обратно дать? Мне кажется, я тебе денег много дал, больно. В смысле? Ну, мне кажется, у меня там еще были отложены деньги на другие вещи. Мне кажется, я тебе много денег дал. Я посчитаю просто, сейчас тебе обратно отдам. Сейчас. Не переживай. Угу. Да, ты пока красишься, я пока посчитаю. Сейчас. Угу. Ага, дорогой. Сейчас. Дорогой, приятно. Дорогой. Так, раз, два, три. Это же склеены. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Нет, 2000, все правильно. А мы меж делом уже приехали. Так нет, так это же не отель еще. Нет, это не отель, это вокзал, Витебский называется. Знаешь, что я подумал? Я подумал тут, что там, короче, бомжи есть. Бомжи, да, на вокзале. Вот, тебе самое, скажем, место рядом вот с этими ребятами. Охуенно! Расслабляюсь! На собаку, бля, гляжу! Они, кстати, неплохо здесь зарабатывают, по 1000 рублей в день мелочью. Они тебе наверняка частью поделятся, поэтому давай сделаем так. Ты останешься здесь, а я поеду в Four Seasons пить шампанское и тратить свои деньги. Ну, что-то немножко не поняла. А чего ты не поняла? Твое место с бомжами. Ты прикалываешься, что ли? Нет, не прикалываюсь. Нет, думаю, ты прикалываешься. Нет, я не прикалываюсь. Шутил, что ли, так? Нет. Ну скажи как, сразу, как в тот как раз. Как можно шутить бомжами с Витебского вокзала? Ну ты вот первый раз же пошутил. Первый раз пошутил, а сейчас ни хера не пошутил. Иди к бомжам, детка Роза. Что у тебя зависло, сломалось? Что сломалось, расскажи. Бомжи! О-о-о-о, бомжи! Ты задерживаешь меня? Ну, как реагировать-то вообще на это? Я не знаю как. Радоваться, наверное, потому что бомжи тоже люди, их тоже надо... Ничего сломать, я никак не понимаю. Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Нос сломать, ты можешь нос сломать. Ну, я не хотела бы, конечно, применять грубость и рукоприкладство. Ты ударишь человека в очках? Это же... Что за отстой это за такой? Ну, вот как-то так. Жизнь такая штука. Зачем ты это делаешь, я не понимаю? Чтобы сохранить 2000 баксов, прикинь. Че, женщин, что ли, ненавидишь? Что ты обидел? Травма какая? Нет, но с тобой мне все ясно. Так мне тоже с тобой все ясно, дорогой. Отлично. Мне тоже с тобой все ясно. Так. Да долбоеб это точно, ну долбоеб же, ну да долбоеб, ну. Согласен. Ну ты-то согласен, что ты долбоеб? Да. Коле и Андрюхе, бомжам с Витебского, привет передавай от меня. Я им пару раз по 100 рублей давал. Пока! Ты думаешь, у меня такой единственный? Нет.
Ну и... Я сейчас позвоню, у меня знаешь, сколько таких, как ты? Представляю. Вот не они там бегут, смотри, спотыкаясь. Нет, это не они. Нет, таких, как ты, знаешь, так. И тебе даже рядом не стоять с ними. Действительно, я с мужиками. Со своей машины в кредит. С мужиками. Скорее всего. Скорее всего, да. И на самом деле это и квартира в ипотеку. Все в ипотеку. Все в ипотеку. Я так думаю, что в ипотеку. Да. Да, да. Вот да. Это честно, да? Да. Все-таки ты в кредитах и в ипотеках. Да. Ведь это была первая правда. Да. Да, все так. Ну ты не нервничай. Ну и пиздец. Главное. А я вообще спокойная. Я понял. Я нос тебе не буду ломать. Отлично. А что будешь? Я ничего тебе не буду делать. Ты дно. Ты дно. Ты понимаешь это? Ты полное днище. Я чувствую. Ты не мужик. Понимаешь? Вот зарубись на нос. Ты не мужик. А нос у меня большой. Зарубить там много чего можно будет. Да. У тебя, блин, это... Да, согласен. Пока. Да. Да. Да, я понял. Да, отдыхай. Бомжам привет. Вот курица, блядь. 2000 баксов она не захотела. Точнее, захотела, а меня, бедного несчастного, не захотела. Очки еще заляпала. Вот сучка крашеная. Ну, знаете, что я скажу, ребята? По-моему, наверное, все-таки она права. Витебский вокзал для нее... Ну, слишком днище, блядь. Наверное, надо было на московский везти, там бомжи побогаче. Я думаю, что они бы дали, блядь, со своего косаря мелочью, наверное, двушку-то точно бы отстегнули. Такой-то красотки, блядь. Пишите даму на оценочку по 10-бальной, как обычно, целую ручки, поехал тратить бабло. Пока-пока.